Странная парочка на улицах нашего города. Если посреди бела дня к вам обратиться за помощью Снегурочка, которую сопровождает телеоператор, не удивляйтесь. Это наш холдинг СТВ Медиа организовал новогоднюю акцию «5 волшебных дней». Игра телевизионная, но только проводит ее не РЕН-ТВ, а СТВ Пятый канал. Подробности далее. Здравствуйте. Компания СТВ «Пятый телеканал» проводит новогоднюю акцию «5 волшебных дней» на пятом. Нам нужна ваша помощь. Задача прохожего – выбрать из предложенного списка один из адресов. Следующий называет номер квартиры. Вот так и получаются счастливые адреса СТВ. Всех их покажут в специальных роликах, которые с 23 по 27 декабря будут транслировать наши коллеги с Пятого канала. Так что сейчас любой прохожий может стать на минуту волшебником. Мне так приятно, что челнинцы с такой легкостью помогают нам определить счастливые адреса победителей. Что я обязательно попрошу Деда Мороза сделать им подарки на Новый год. Условия акции просты. Нужно обязательно сохранить обнаруженную в своем почтовом ящике листовку с надписью «Новогодний подарок», иначе останешься без приза. Если в указанные дни вы услышите в специальном ролике свой адрес, значит, вы автоматически становитесь обладателем одного из подарков. Какие призы все указаны на листовках, которые, я надеюсь, жители нашего города уже получили. Так что не теряйте их, смотрите СТВ «Пятый канал», и я надеюсь, что вы станете победителем и получите замечательный новогодний приз. Достаточно просто смотреть телевизор, а удача сама найдет победителя. Подробные условия и, главное, как счастливчикам забрать призы, можно узнать на нашем сайте stv-media.ru или по телефону 380811. Акция будет проходить до следующей пятницы включительно.